Ну что ж, наконец-то пришло время нам завершить раздачу. Как я и обещал, да, подводить итоги мы будем на новогодних каникулах. И сегодня как раз 11 число, последний день новогодних каникул. Так что я свое обещание сдерживаю. Напомню вам, что требовалось от участников. Во-первых, быть подписанным на канал, потому что я делаю раздачу среди своих подписчиков. Во-вторых, открыть просмотр своих подписок, чтобы я мог увидеть, подписаны они или нет на мой канал. И в-третьих, все очень просто, оставить комментарии. В этом комментарии самое главное указать, как с вами можно связаться. Я уже говорил, да, что нет смысла писать по 50 комментариев, потому что программа удаляет все дубликаты. И в любом случае будет участвовать только один комментарий от каждого человека. Я говорил, что лучше не оставляйте несколько комментариев, потому что если вы оставите два комментария, например, в первом вы напишите, как с вами связаться, да, а во втором напишите «Всем желаю удачи». И программа возьмет «Всем желаю удачи», да, то вы не будете участвовать, потому что там не будет средства с вами, как с вами связаться, не будет. Так что смотрите сами, короче. Ладно, поехали, вставляем ссылочку и получаем комментарии. Комментарий довольно много, участников много, это хорошо. Опять же, это не первая и не последняя раздача. Таких раздач будет много. Поэтому следим за каналом. Грузим комментарий, сейчас он удалит все дубликаты. Кстати, еще добавил такую фишку. Теперь, когда он загружает комментарии, да, он перемешивает список. То есть теперь нет такого понятия, оставили вы комментарий первый или вы были последним участником, да? Теперь все равны, всех перемешивает. Вот и все. Все, вот мы видим. Парень пишет, я неудачник, но вот скайп. Ну хорошо, будем надеяться, что тебе повезет. Всего комментариев 542, 24 дубликата. То есть 24 комментария были повторные. Я вчера видел, парень оставлял комментарии, он оставил 6 комментариев подряд. Я не знаю, на что он надеялся, но его проблема. Участвовать будет только уникальный один комментарий от каждого человека. Теперь идем дальше. Загружаем все вещи. Как я уже говорил, у нас 20 вещей. Вот они все 20. Immortal, легендарный, мистикал и рарка. Вещи очень хорошие. Опять же, здесь есть имморталка на ЦМ-ку, шапка офигенная, которая меняет анимацию первого скилла. Есть хук, есть погодный эффект шикарный. Один из моих любимых, да, это лунные лучи. Из трех погодных эффектов это самый лучший. Потому что погодный эффект дождь, снег, они очень быстро надоедают. А погодный луч никогда не доедает. Тем более до этого дня я постоянно использовал этот погодный эффект. То есть я прямо от сердца отрываю его. Больше у меня не будет погодных эффектов, вы понимаете, да? Ну ладно. Все, теперь смотрите. Сейчас я нажимаю на начать раздачу. Что происходит? Программа случайно берет вещь, любую случайную вещь берет, и случайного участника. Все, он получает предмет. Все очень просто. И так будет раздача до 20 вещей. Это произойдет очень быстро, моментально прям. Ну, поехали. Что ж, желаю всем удачи. Само собой, все 518 участников, они не могут все получить предметы. Таких раздач не бывает, понимаете? В любом случае, кому-то повезет, кому-то нет. Но, ладно, что я буду говорить вам. Поехали. Вот они, 20 человек. Но! Теперь они должны пройти проверку условий, да, что они все выполнили. Поэтому сначала давайте проверим быстренько комментарий. Нет, лучше сначала проверим подписки. Кто не подписан или он не открыл подписки, он не будет участвовать, я сразу говорю. Так, вот мы видим несколько человек. Я говорил им, открывайте подписки. Смотрите, этот парень мог выиграть хук. Он не выиграл хук, потому что он не открыл подписки. Это не моя проблема, понимаете? Это его проблема. Надо было смотреть видео и слушать. Все. Вот мы видим, я возвращаю троих. Вы слышите, да? И кто-то опять может получить хук. Продолжаем. Все, продолжаем. Вот они трое. Проверяем подписки опять. Так, опять один не подписался. Возвращаем, продолжаем, проверяем. Все. Вот они.
Участники наши теперь проверяем комментарии. Теперь, что они должны были сделать? Оставить комментарии, как с вами связаться. Один комментарий, все. Так, нормально, нормально, нормально. Нормально, вот он, видите? Вот, это мой скупы, то есть здесь у нас все есть, все хорошо. Потом ВК, ВК. Тихо, тихо, подождите. А, да, да, он оставил, все нормально, это Steam, я помню, да. Так, человек оставил Steam, ВК. Так, есть ВК, Skype. Потом ВК, 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 Skype, ВК, ВК, ВК. Этот человек оставил, как я говорил, видео. Цифра 1 там ВК, цифра 2 Steam. Вот он оставил Steam. Ну что ж, я поздравляю. Вот они, 20 у нас победителей. Они подписаны на канал, и они выполнили все требования. Они открыли подписки свои и написали комментарии со средствами связи. Вот мы видим авторов. Сегодня я всем им напишу. Так, кто там выиграл хук? Вот, вот у нас Вадим. Классно, мне нравится. Я участвую. Все. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Участвуйте и в последующих раздачах. Вы видели, все абсолютно честно. И самое главное, в следующий раз слушайте, что я вам говорю в видео. Вы видели, что пара человек, они не выполнили требования и не получили хук. Ихняя проблема. Все, всем пока. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.